Сергей, Сергей, Вот я и Сергей, чувствую. ну давай не будем обсуждать этот телевизор. Он и так уже надоел. Ну давай другие темы А это пообсуждаем. это Ну зачем? хорошие примеры. Это вот мне скинули же как ролик, это же не телевизор, это мне скинули на Ютубе ролик, говорит, вот там посмейся, отдохни. Сергей, у меня к тебе просьба. Да? Дай мне возможность позадавать вопросы. Просто я подробно рассказываю, я так привык. Задавай, задавай. Да, нам говорят, что за это платят, а на самом деле платят ли там это, а на самом деле не все так просто. Я хотел присутствовать в зале суда, меня не пускали, говорили, что ты ребенок. Что думаешь по теме живых? Никогда не платил налоги. Паспорт показываешь? Хоть как лицо захожу, но я владелец этого лица. Ты с черной мантией как разговариваешь? Растожидисляешь себе? Я просто развернулся и ушел из суда. А зачем ты ушел? Понимаете, я не физлицо. Она говорит, я тоже не физлицо. Да говорю, ладно. Физлицо не платило налоги или директор вот это, должностное лицо? Вот тут даже я был в шоке. Казалось, что фонд социального страхования существует на основании какого-то непонятного внутреннего положения. Поквартирные карточки. У тебя задержания были? А он, когда в свою базу забил мой загранник, чтобы найти паспорт Российской Федерации, он его не нашел. Его там нет. Почему-то с базы паспорт исчез. У них не души, они там духи. Консультации безоплатно. В суд хожу за деньги. Вот мне тут свитер связали. Код 810 в Советском Союзе. Он целую газель вывез с шахты этих советских денег. Смотрели КВН и думали, что это новости. Ему собаки теперь нравятся больше, чем люди. Больше женщин водят во власть. На ключевые посты, чтобы в подчинении обязательно мужчины были. Решение суда – это вексель. Об этом один раз хорошо говорила Будимира. Нету подписи, нету векселя. Если вы не вексель делаете, вы протокол портите. Они туда вписывают. Форма 1П. На вас заказ бесполезно дергается. Будешь выступать, я тебя вообще рискую. Идите, не бойтесь в другом месте. Что такое паспорт, по твоему мнению? Самым трудным будет пережить период зомби. Не по принуждению, а по совету. Этот статут – это твой личный закон, твои права. Я понял, ты для них доктор. Да, я борюсь. Я борюсь за справедливость. Со мной тебе не получилось посмеяться? Не было возможности задать вопрос. Какая-то неадекватная видеосъемка получается. Зачем я сюда приехал? Я все равно это все не запомню. Поэтому я и говорил, что у меня времени нету. И обычно прокурор на этом все и заканчивает.